братья и сестры, мы вас приветствуем. Вначале, вставши, споем, прославим нашего Бога. Дивный Спаситель прекрасный, наш Искупитель. Всех вас, братья и сестры, рады видеть сегодня вас, гостей в нашей церкви. Давайте мы вначале попросим Божьего благословения на наше время здесь. Отец, мы благодарны Тебе за еще одну неделю, которую мы могли прожить, Господь. Мы благодарны Тебе за все физические благословения, которые мы имели, Господь. Еду, пищу, Господь, все, здоровье. Работы, которые у нас есть, Господь, Ты нам даешь и хранишь нас, и за это мы все благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас есть место, где мы можем собираться. Господь, больше этого мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, который пришел и умер за каждого из нас, Господь, который взял эту вину и который сделал возможным нам иметь надежду, Господь. Мы так благодарны Тебе за это. Я прошу, чтобы сегодняшнее богослужение, оно послужило хвалой и славой Тебе, Господь. И также, чтобы каждый из нас мог взять для себя что-то, Господь, чтобы Твое Слово работало в наших сердцах. Благослови служение проповеди, Господь, благослови служение пения, прославление Тебя, Господь, служение материальное. Пусть все это принесет славу Тебе, Господь. Аминь. Господи, вселенную премудро Ты создал,
небеса и землю ты премудро сотворил, и бессмертную душу человеку подарил. Подвиг крестный славный на Голгофе совершил, Богу. Друзья, мы хотели бы еще предложить вам одну песню, которая очень-очень старая, но для нас новая. Очень прекрасные здесь слова, она просто прославляет Иисуса Христа за то, что Он сделал для нас. Где наша жизнь была, откуда нас Он ее достал, мир, который Он дает. Поэтому давайте прославим Бога этой песней. Во время этой песни просто вспомним, кто мы были и откуда нас достал Иисус Христос. Господь, скала мой искупитель, драгоценность страждущей души. Мой Бог, с тобою кто сравнится, полный мир даруешь только ты. Твоя превыше неба, и кто измерит благодать в тебе, источник совершенства и высший благ, что ты лишь можешь дать. Господь, скала мой искупитель, ты защитник сердца моего. Мой меч целой в жестокой битве, и мой щит отстрел мои. Yeah.
тобой, я радуюсь в лишения, верность твоя, приют душе моей. Господь, скала мой искупитель, из руин восстала жизнь моя. Когда вину мою спаситель, ты на крест вознес мне знамение. Аминь. Слава Богу, дорогие друзья, за то, что Господь действительно является нашей скалой, нашим упованием, Богом, на которого мы можем полностью полагаться. И мы знаем, что Он нас никогда не подведет и никогда не забудет. Я приветствую всех, рад всех видеть. Благодарен за то, что вы молились за нас, за группу молодежных лидеров, которые ездили вот на этой неделе, на несколько лет, у нас было на несколько дней. У нас была возможность поехать, лето это было бы классно, но... У нас не получилось на несколько лет, на несколько дней у нас была возможность поехать на небольшой ретрит, где мы испытывали Господне очень большие благословения. Бог очень много нас учил, Он очень многому, много нам показывал наши сердца. И то, что нам нужно менять, мы благодарны Богу за всю Его работу. У нас еще в следующих месяцах планируется два ретрита по разным возрастам, поэтому продолжайте, пожалуйста, молиться, чтобы Бог работал в наших сердцах вот через все, что делается. И когда я думал, о чем же прочитать сегодня текст, я думаю, что этот псалом, он самое лучшее отражает вот нашу реакцию на этот ретрит, на это время. Я думаю, ребята со мной не будут спорить. Он лучше всего отражает реакцию на те благословения, которые мы испытывали. Это 102-й псалом. 102-й псалом. Давайте вместе его прочитаем и помолимся. Прославим Бога за то, что Он говорит здесь в Своем Слове для нас. 102-й псалом. Мы читаем такие слова с 1 стиха. В английской Библии это 103-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, Он исцеляет все недуги твои, Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив. Не до конца Он гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим Он сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть или прах. Дни человека, как трава,
как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место уже его не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Давайте вместе помолимся и благословим Господа вот в наших молитвах. Господи, мы благословляем Тебя. Мы обращаемся к Тебе в этот день. Благодарим за то, что мы знаем такого Бога, как Ты, который милует, который любит. Господь, мы не знаем, почему. Мы не знаем, почему Ты обратила на нас свое внимание, почему Ты вспомнила нас, Господи, почему Ты дал нам второй шанс после нашего грехопадения, чтобы обратиться к Тебе, чтобы покаяться пред Тобой, Господи, но Ты сделал это. Ты это не дал ангелам, Ты это не дал кому-то другому творению, Господи, Ты дал это нам, людям, потому что человек – это венец Твоего творения, Господи. Что есть человек, что Ты так его сильно ценишь? Мы этого никогда не поймем, но мы верим, что по Твоему благоволению Ты изволил любить его. И Ты возлюбил, Господь, и Ты вместо нас послал Своего Сына, чтобы Он понес свое наказание за нас, или наше наказание на себе, наказание нашего греха. Господи, мы славим Тебя за это. Господь, мы радуемся, когда мы можем в Библии находить вот подобные молитвы, подобные диалоги, которые Давид имел со своей душой, со своим сердцем. Господь, научи нас восхищаться вот Тобою таким образом. Каждое воскресенье, каждый вторник, каждое собрание, Господь, у нас есть много встреч, много Bible study. Господь, помоги, чтобы в этих всех мероприятиях Ты был в центре, и чтобы мы всегда фокусировались на Тебе, Господь. Помоги, чтобы мы чаще разговаривали со своей душою и учили ее вот этим словам. Благослови, душа моя, Господа, не забывай. Не забывай благодеяния, Господь. Так много вещей, так много суеты нас сегодня отвлекают от Тебя. Так много стрел лукавого направлены для того, чтобы загрузить нас, чтобы сделать нас как можно больше занятыми, Господи, и озабоченными всей той суетой, которую предлагает весь этот мир. Господи, у нас есть всегда искушение забывать Твои благодеяния, забывать Твою благодать к нам, Твою милость. Господи, научи нас, напоминай нам, помоги, чтобы мы были постоянны в нашем посещении Дома Твоего, Господи, в посещении всех групп, Господь, всех мероприятий. Чтобы мы были постоянны в нашем личном чтении Твоего Слова. Господи, потому что все это каналы, через которые Ты питаешь нас и напоминаешь нам о том, кто мы, кто Ты, что Ты сделал для нас, Господи. Из этого мы черпаем реальную силу, чтобы жить Тобой, чтобы наслаждаться Тобою. Господи, через это Ты утверждаешь нас в том, что нас ожидает замечательная вечность, Господи. Еще немножко лет. Для каждого по-разному, Господи, но какие-то десятки лет, и мы все предстанем пред Тобою. И те из нас, кто во Христе, те из нас, кто омыты Его кровью, они будут вечно с Тобою там, на небесах. Господи, мы живем этой надеждой, мы восхищаемся ею. Это то, что дает нам силу и мотивацию просыпаться каждое утро и идти дальше. Господи, у нас много проблем, много различных переживаний, Господи, борьбы со грехом. Но одно нами движет. Это упование, которое Ты вкладываешь в наше сердце, на то, что нас ожидает вот эта вот вечность. Господи, помоги нам не забывать этого. Напоминай нам, Господи, об этом. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил на наше сейчас богослужение. Чтобы Ты благословил брата, который будет проповедовать Твое Слово, Господь. Чтобы Ты помог нам слышать то, что Ты говоришь нам, Господь. Открой наши сердца, расположи их к восприятию этого Слова, Господи. Я не хочу умолчать о тех благословениях, которые Ты послал нам на эти выходные. Господи, я славлю Тебя за ребят, за тех 7 человек, которые могли поехать, Господи, и ту работу, которую Ты производишь, Господи, через Твое Слово в этих сердцах, в этих ребятах, Господи, продолжай их взращивать и делай их полезными в Твоей Церкви, Господи. Мы благодарим Тебя, Ты действительно так сильно любишь нас, и Ты так сильно благословляешь, Господи, Твоих детей. Мы славим Тебя за это и поклоняемся Тебе. И да будет имя Твое возвеличено. Благослови наша душа, Господа, во все наши дни. Аминь.
Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Сейчас будет у нас пение. Во время пения мы участвуем в материальном служении. Я спою песню о Слове Божьем. Друзья, так Бог устроил, что не иначе, как через Евангелие, через Слово Божье, мы имеем силу в борьбе с грехом побеждать. Через Слово Божье приходит к нам вера, потому что вера просто так не сваливается, да, раз и уверовал. А когда мы читаем Евангелие, приходит к нам вера, живая, упование на Бога. Друзья, не зря лукавый очень сильно бьет на это, чтобы отвлечь человека от чтения Евангелия, от чтения Слова Божия.
Вот и песню я спою, я открываю Слово Твое. Я открываю и вновь читаю Слово Твое и понимаю, что проникаю в тайны Его. Ты изменяешь и наставляешь меня в любви Твоей. Святись, Господь, во мне сильней. Дай мне услышать то, что Ты хочешь мне рассказать. Я с каждым днем хочу Тебя больше, мой Бог, познавать. Быть с Тобой рядом, слыша Твой голос, послушным быть Тебе, исполнить волю Твою на земле. Бог мой, к Тебе я сейчас взываю Словом Твоим. Освяти меня только в Тебе. Истина я знаю, Иисус, веди меня. Ты наполняешь, снова питаешь душу мою. Словом Своим благословляешь, Тебя я люблю. Я уповаю и точно знаю, с Тобой не постыжусь, ведь Ты со мной. Господь Иисус, Бог мой, к Тебе я сейчас взываю Словом Твоим. Освети меня только в Тебе. Истина я знаю, Иисус, веди меня. Бог мой, к Тебе я сейчас взываю Словом Твоим. Освети меня только в Тебе. Истина я знаю, Иисус, веди меня, веди меня. Веди меня. Приветствую вас, братья и сестры. Ну, во-первых, сестра Катя Дмитриева сердечно благодарит Господа и благодарит всех тех, кто молились. Когда она была в поездке в Украине, Господь обильно благословил. Мы видим ее и Дениса. Приветствуем вас, друзья. Рады видеть вас назад здоровыми и живыми в церкви. Следующее наше служение будет во вторник. По вторникам у нас проходит обзор книг Библии. И следующая книга на очереди у нас – это книга Иова. Очень серьезная, очень важная, очень своеобразная книга. Сердечно приглашаем всех. В среду, 22 числа, в эту среду, в 6 часов вечера, у нас дома, пожалуйста, вниманию всех работников детского служения, у нас будет общение. Очень серьезное общение. Пожалуйста, друзья, сделайте все возможное для того, чтобы быть на этом общении. В четверг, 23 числа, как мы уже говорили, мы организуем выезд подростков на берег океана. У меня вот здесь в руках есть одна анкета. Такие анкеты будут лежать после собрания вот здесь, на этом столе. Пожалуйста, родители, возьмите и заполните анкету на каждого ребенка.
И еще тут будет одна анкета. Это для всех детей воскресной школы. Тоже, пожалуйста, возьмите ту вторую анкету и заполните ее, чтобы к началу учебного года все эти анкеты были у нас заполнены. Пожалуйста, это очень важно. Я напоминаю о том, что 5 и 6 октября в Церкви Слова Благодати будет проходить конференция для сестер «Надежда в Боге». Регистрация на сайте церквислова.org. Наша следующая субботняя встреча, мы планируем ее 22 сентября в 5 часов здесь, в церкви. У меня все объявления, я ничего не забыл, братья, да? А теперь давайте мы все вместе встанем и споем прекрасное пение «Твердо я верю, мой Иисус». Хочет он дать
Братья и сестры, приветствую вас сердечно, с кем еще не поздоровался, так поближе. Снова Бог дал нам милость быть здесь. Всякий раз приезжаю, думаю, наверное, может, последний раз. И вот дает Бог снова милость видеться. Мы вот с Женей, который пел песню, и с Виталиком Зимой с одной церкви с Украины. В 95-м году мы переехали в Россию. Там была такая трудная ситуация в церкви. Не было хора, были одни бабушки, очень не было пожилые братья, не было почти молодежи. Я позвал Женю, говорю: Женя, он регент церкви сейчас у нас, диакон церкви. Говорю: Женя, приедь хотя бы на год, помоги, хоть чуть-чуть там. Ну, вот на год он приехал, уже 18 лет у нас там. Так же, как вы в Америку некоторые. Вот. Ну, Виталика Зиму мы сюда отправили миссионером. Вот. Как он здесь, в послушании пребывает или нет? Слава Богу, братья и сестры, знаете, со временем меняются ценности, да? То, что было ценным вчера, со временем истекает эта ценность. Когда человек становится старше, ему уже не нужны ни машины, ни дорогая одежда, ни питание. Но есть ценности, которые не перестают. Это отношения между людьми. Отношения между людьми. И хорошо, когда человек понимает это и богатеет этим. Умеет строить отношения, бережет их. Поэтому пусть Бог благословит вам. И спасибо за ваши такие добрые, открытые сердца. Слово Божие, 5 глава Евангелия от Луки. 5 глава Евангелия от Луки. Хочу затронуть одну тему. Вот. То, чем болеем мы, то, чем живем мы, в наше время очень нечасто мы видим проявление силы Божией в жизни наших церквей, в жизни наших семей. Вроде бы все поставлено, да? Есть церкви, есть служение, есть программы, есть обучение. И иногда с тоской мы вспоминаем времена там, в старом прошлом Советском Союзе, когда собирались в тесных домах молитвы, да, когда говорили какие-то простые проповеди, но Дух Божий действовал, и проходили удивительные события, люди каялись, обращались к Богу. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха буду читать, несколько уроков этой истории. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он, Господь, две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же он перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И те пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленом к Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Друзья, несколько уроков этой истории. Ну, во-первых, вот посмотрите, редко в Священном Писании есть такое место, когда Господь ходил по земле, и народ собирался слышать Божье Слово. Обычно собирались, чтобы поесть, обычно требовали знамений, требовали чудес, и Господь часто упрекал их за это, что они хотели сделать его царем, потому что видели проявление силы Божьей, да? Вот. Но вот здесь написано, что народ теснился, чтобы слышать Божье Слово. Вот прекрасное состояние сердец людей – когда есть жажда слышания Божьего Слова. Вот это первый вопрос. Первый вопрос. Что у меня в сердце? Что у меня в сердце? Вы знаете, если посмотреть историю христианства, все заблуждения и пробуждения начинались из правильного или неправильного отношения к Божьему Слову. Почему столько заблуждений? Почему сколько раз люди даже в Америке здесь объявляли о конце света, да? Выходили встречать, сколько было разбитых судеб, сколько трагедий, почему столько ереси, столько заблуждений, почему вот история христианства пропитана такими позорными пятнами, как крестовые походы, инквизиции, да, когда сжигали Божьих детей, почему не было Божьего Слова, неверное отношение к Божьему Слову. И наоборот, когда Божье Слово приходит в жизнь то ли человека, то ли семьи, то ли страны, и есть жажда Божьего Слова, начинается исцеление.
Помню, как-то у нас была миссионерская экспедиция «Евангелие народам Севера». И братья приехали в одну деревню, и там нашли верующую бабушку. И причем не просто верующая, а такая была активистка. Уже несколько человек через нее уверовало. Она пошла, арендовала клуб, приготовилась к встрече, раздала людям пригласительное, позвала людей. Вот. И люди говорят: вы, наверное, с верующей семьи? Она говорит: нет. Вы как-то уверовали через кого-то? Она говорит: нет. Ну, радио слушали? Нет. А как вы уверовали? Она говорит: был поиск Бога, была жажда слышания Слова Господня. Но в то время советская власть, атеистическая система, ничего не было. И она говорит: я ходила в библиотеку, и старшие, наверное, помнят, был журнал «Наука и религия», да? Помните? И она, ну, там они высмеивали Писание, якобы приводили там доказательства ученых, что Бога нет. И она говорит, и они там цитировали места Писания. И она говорит: я выписывала эти места Писания, и у меня получилась целая тетрадка выписанных, и этого хватило, чтобы уверовать. Слово Божие имеет удивительную силу. Вот исследователи Библии говорят, что Даниил, когда попал в плен, знаете, сколько ему лет было? Молодежь, знаете, сколько ему лет было Даниилу? Около 15-16 лет. Вы представляете? Молодой парнишка, 15-16 лет, такая трагедия. Неизвестно, что стало с его родителями. Потерял родину, оторван от семьи, попал в чужую страну. Вот в таких обстоятельствах. Потом, более того, перед ним открывается перспектива хорошо устроиться в той стране. Ну, у евреев дарование такое. Где деньги, где власть, там евреи, да? Вот. Это от Бога тоже. Вот. Да, и в России ничего не поменялось. На Украине, сами видите, кто президенты там и премьер-министры. Вот. И у него появилась возможность хорошо устроиться, хорошую карьеру сделать. И Даниил вот такое заявление, такое решение принимает. Остаться верным Богу, не оскверняться, не подпасть под влияние этой махины вавилонской, да, этой системы. В чем секрет, братья и сестры? Я думаю, секрет удивительный. Уже к 15-16 годам он был заполнен Божьим Словом. Его разум был заполнен Божьим Словом. И поэтому он смог правильный ответ сделать. Молодежь, чем мы сегодня заполнены? Что в голове у нас? Есть ли жажда слышания Божьего Слова? Знаете, сейчас плюс какой от современных технологий? На вот такой флешке можно столько информации. Вот раньше, помните, старшее поколение, наверное, магнитофоны были вот такие, да? Килограмм 15. Там были такие две круглые штучки, они крутились. Ну и там сколько, ну, может, 20-30 песен можно было записать, и все. И чтобы поднять этот магнитофон, его надо было вдвоем нести, долго не пронесешь. Сейчас вот на такой флешке можно записать всю Библию. Сотни прекрасных проповедей, хороших песен. И слушать, когда вы едете в машине, когда вы где-то идете, когда вы где-то работаете, где-то находитесь, заполнить себя Божьим Словом. Это принесет результат. Вы знаете, пусть вот это будет добрым примером для нас, чтобы проверить: Господи, есть ли у меня жажда к слышанию Слова? Как я отношусь к Твоему Слову? Друзья, от этого зависит все. Человек впадает в какую-то ересь, в какое-то заблуждение, неуважительное отношение к Слову Божьему. Начинается пробуждение тогда, когда люди читают Божье Слово и принимают его, и покоряются ему. Поэтому вот первый совет, первый урок – отношение к Божьему Слову. Дальше мы видим, Господь проповедует на берегу реки, а ученики там заняты своими делами, ловят рыбу, да? Ловят рыбу, вымывают сети, а люди слушают. Вот иногда картина бывает такая, что верующие со стажем думают, что нам уже не надо это слышать, мы уже все знаем, это пусть вот эти слушают. У нас церковь все из неверующих, и часто мужья посылают свою жен, сами неверующие, говорят: иди, иди, пусть тебе там мозги вставят, а я дома побуду, у меня все нормально и так. Вот. Вот такая что-то подобная картина. Потом мы видим, Господь говорит им: закиньте сеть по правую сторону, отплывите и закиньте сеть для лова, ученикам говорит. И Петр вот честно говорит: учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Тут, ну, я не знаю, у вас рыбаки есть здесь вообще или нет. Самое большое искушение. Иван, ты рыбак, что ли? Да? Есть немножко такая немощь, да?
Говорят, что для рыбака самое трудное – это правду сказать. Да? На рыбалке. Сказать правду. Что поп на базаре, говорят, правду не скажет, что рыбак после рыбалки. Вот. Петр честно говорит, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Это были профессиональные рыбаки. Это были люди, которые, это была их жизнь, может быть, в поколениях. Они кормили этим семьи, они знали законы моря, они знали законы природы, они знали, когда и как ловить рыбу. Но вот сейчас говорят, ничего не поймали, ничего не поймали. Братья и сестры, иногда нужна честная оценка нашей жизни. Нам нужна честная ревизия нашей жизни, нашей работы, нашего служения. Вот отношения с Богом, пробуждение в семью, в церковь, в мою личную жизнь приходит тогда, когда я сам себе говорю правду. Понимаете, надо научиться иногда разговаривать сам с собой. Помните, как Давид говорил, что я беседую с душой моей? Я иногда сам с собой разговариваю, у меня дочка кричит, там, мама, мама, папа опять с собой заговорил. Вот, я говорю, ну что ж, на Украине кажут, что дурному не скучно и самому. Вот. Иногда нужно самому с собой разговаривать, говорить себе правду, подвести итоги служения. Братья, служители в церкви, мы должны подводить итоги своего служения. Иногда по своей работе. Может быть, сказать так, как ученики, Господи, я столько лет работаю, я не вижу благословения. Столько денег прошло через мои руки, и все как-то ушло прахом. Я не понимаю, что происходит. Становится только хуже. Да? Мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Братья и сестры, друзья, вот с честной оценки ситуации начинается такая... Мы входим в такое положение, когда Дух Божий начинает действовать в нашей жизни. Когда мы говорим правду самим себе, и говорим правду перед Богом. Бог знает. Как вы думаете, не знал Господь, что они ничего не поймали? Вот смотрите, в Библии много примеров. Господь говорит, Адам, где ты? Бог не знал, где Адам? Спрашивает Каина, где брат твой? Бог не видел, что произошло? Иакову, как имя твое? Что это такое, братья и сестры? Мы должны прийти к состоянию, когда честно должны оценить свой путь, свою жизнь, дать оценку своим поступкам, своему служению, своей жизни, может быть, в семье, своей работе, своему положению в церкви, сказать, Господи, трудился всю ночь, ничего не поймал. С этого начинается исцеление, братья и сестры. Пока это не произойдет, ничего не будет. Посмотрите еще один урок. Господь говорит, закиньте сеть для лова. Это было очень странное предложение. Представьте себе, профессионалы ловили всю ночь и ничего не поймали. А он днем говорит, чтобы они закинули сети для лова. Днем рыба не клюет. Днем рыба не клюет. Ее очень трудно поймать. Вот. И вот воля Божия была очень неудобна для рыбаков. Потом, представьте себе, там на берегу толпа людей. Да? И по сути Иисус выставляет их как бы на посмешище. Они по-человечески понимают, ну сейчас мы поплывем, закинем, и люди будут смеяться, мы же ничего не поймаем. Мы же знаем, что сейчас не клюет. Мы же знаем, что ничего не клюет. Да? Братья и сестры, воля Божия очень часто не такова, как мы себе представляем. Как мы себе представляем. Воля Божия не то, что мы, о чем мы мечтаем. Вот. Она святая, угодная и совершенная. И ответственность человека, ответственность церкви познавать, что есть воля Божия, познавать и исполнять ее. Братья и сестры, я верю, что есть общая воля Божия, есть персональная воля Божия. Общая воля Божия, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, да? Бог хочет, чтобы дети почитали родителей. Это общая воля Божия. Есть такие принципы, которые вне времени, вне политики, они стоят над всем. Есть персональная воля Божия. Вот именно мне и вам в это время с такими способностями, талантами Бог позволил родиться и жить вот в этой стране. И Бог имеет намерение по отношению ко мне и к вам. У него есть персональная Божья воля. Бог чего-то ждет от каждого из нас. И ответственность человека вот именно понять, это может расходиться с нашими представлениями. Мы, может быть, думали по-другому как-то, но мы должны молиться,
мы должны советоваться с духовными людьми, мы должны прислушиваться к желаниям своего сердца, потому что Бог производит хотение и действие. Мы должны изучать Слово Божие и через это познавать Божью волю. Братья и сестры, у вас образовалась новая церковь. Ответственность братьев, служителей, глав поколения, скажу так, познать волю Божию. Это очень серьезно. Нужно собираться для молитвы, для общения, для изучения Слова. Господи, Ты позволил образоваться церкви здесь, вот в это время. Что Ты ждешь от нас? Что Ты ждешь от нас? Братья и сестры, это очень серьезно. Очень много примеров в Библии, когда мы видим, что когда люди знали волю Божью, или не родили о ней, или не хотели исполнять ее, потом приходили проблемы. Потом приходили проблемы. Вот посмотрите, одну историю вам напомню. Книга Судей, 9 глава. Там ситуация такая, я зачитывать все не буду, она длинная история, можете дома почитать ее. Умирает Гедеон, у него 70 сыновей, 71. Вот. И начинается, конечно, борьба за власть. Да? И вот один находится из них, негодный человек, имя ему Авимелех, да? Он убивает 70 человек, сынов своих братьев на одном камне, убивает. Вот. И сам становится царем над жителями Сихема, становится царем. Вот. И начинает царствовать там, вот так развиваются события. И знаете, вот самый интересный для меня стих, на который я обратил внимание, это 23. Посмотрите в этой истории, что написано. «И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху». Если убрать вот этот стих из этой истории, вся картина выглядит по-другому. Там написано, что, ну как, обычно, характерами не сошлись, да? Ну, не получились отношения, ну, кто-то там, кто-то плохой, но кто-то не так себя повел, или он неправильно себя повел, или они. Библия открывает нам духовную сферу этого события, да? Авимелех сделал зло. Он делал то, что было противно Божьей воле. Безусловно, в этом воле Божьей не было то, что он делал. Вот. Он себе наметил планы, как это все будет. И потом такая ситуация. Вроде бы все хорошо сначала, да? Потом такая ситуация. Бог посылает злого духа, и они перестают понимать друг друга. Братья и сестры, почему я говорю, очень важно знать, что хочет от нас Бог, от церкви. Когда церковь не исполняет свое назначение как церковь, церковь должна быть больна прежде всего проповедью Евангелия. Больна. Понимаете, должен быть такой добрый вирус церкви. Это единственное назначение. Все служения церкви должны быть подчинены этому. Все служения церкви должны быть подчинены этому. Проповедь Евангелия. Все силы, основные силы, средства проповедь Евангелия, братья и сестры. Я скажу, вот когда церковь не выполняет свое назначение, не выполняет, может пройти то же самое. То же самое, да? Бог пошлет злого духа, и люди перестают понимать друг друга, и начинается беда. Когда церковь не выполняет Божью волю. В семье может быть так же. Люди прожили по 20-30 лет, перестали понимать друг друга, и не понимают, в чем причина. И не понимают, в чем причина. Начинают обвинять, начинают характеры исправлять друг друга, а дело не в характерах. Что с Божьей волей? Вы знали, что от вас хочет Бог? Почему не делали? Почему не делали? И Бог может попустить злого духа в семью. Братья и сестры, это духовная сфера, это очень серьезно. Мы говорим, что Бог злого духа попустит. Еще и как попустит. Еще и как. И все, и люди перестают понимать друг друга, обвиняют друг друга, а причина-то намного глубже. Молодежь, я хочу сказать вам еще, вот те, кто не женаты, для вас первейшая воля Божия – это безусловное послушание родителям. Это трепетное отношение к вашим родителям. Вот помните, когда написано, Ной пьяный лежал, обнаженный, да? То один из сыновей увидел и начал над ним смеяться. Да? Два сына взяли, накрыли одежды наготу отца, чтобы не видно было, задом подошли, а один начал смеяться. Слушайте, а по-человечески разве Ной был прав? Нет. Ной поступил неправильно, неправильно. А почему пострадал сын? Почему Бог проклял хама?
Ответ очень простой. Бог не дал детям права судить родителей. Какие бы они ни были. Я вот рассказывал этот пример. У нас там на Украине, в Краснолуче, была одна семья, пятеро детей, они сейчас в Спокене живут. И сначала муж был верующий, сын пастора, потом отступил от Бога, начал пить, и он очень много проблем сделал своей семье. Они очень бедствовали, он столько зла им принес, столько слез, столько скорбей. Церковь помогала, как могла. Он, в конце концов, пьяный так и погиб. На солнце, от жары погиб пьяный. Они уехали в Америку, мать с дочерьми, здесь они устроились, Бог все устроил их жизнь. Но когда они услышали, что отец умер, дети, по-моему, несколько человек, кто-то приехал, кто-то не смог приехать, заказали похороны отцу. Представляете? Заказали обед, заказали там могилку, чтобы цветы были, все. Я когда услышал об этом, сказал, вот за это Бог их благословит. За то, что к такому отцу они вот так относились. За то, что они выполнили волю Божью, даже к такому отцу. Молодежь, почему это важно? Если мы сегодня не будем слушаться родителей, знаете, что будет? Помните историю, когда сын Давида, Амнон, влюбился в свою двоюродную сестру? Помните? Я думаю, это тоже была духовная сфера. Бог попустил вот этого духа бесовского заблуждения, который послал вот эти ложные чувства, он влюбился в нее. Это было тоже наказание от Бога. Он влюбился, сам погиб и девушке жизнь сломал. Если вы сегодня не будете слушаться родителей, если вы не поймете, что это Бог лично от вас ждет и требует, Бог может попустить вот такому духу заблуждения. Вы полюбите кого-нибудь красавчика или красавицу. Там кто на вот таких каблуках, которые ходит, или там волосы вот так торчат, там машина там 3 инча от земли ездит, думает, что он крутой. Вот. И он вам сломает жизнь. И он вам сломает жизнь. И это будет наказание от Господа. Это будет наказание от Господа. Понимаете? Очень важно в нашей жизни мы должны познавать Божью волю. Как познавать Божью волю? Слово Божие, общение с духовными верующими, быть внимательными к обстоятельствам жизни, прислушиваться к желаниям сердца. Через это открывается Божья воля. Братья, нам это нужно делать в личной жизни, в жизни наших семей, в жизни наших семей, в жизни нашей церкви. Мы должны молиться, Господи, что Ты ждешь от нас? Вот мы, Господи, мы готовы, открой нам Твою волю, и мы будем это делать. Она может показаться странной, непонятной, люди со стороны скажут, как ученикам, ну если вы ночью не поймали, зачем днем ловить, да? Какой смысл от этого? Но это была Божья воля. Они послушались и поймали. Основной, самый важный урок этой истории, братья и сестры, это действие Божие. Когда есть честная оценка ситуации, когда есть послушание Божьей воли, даже непонятное для нас, для кого-то Божья воля может пойти кого-то попросить прощения сейчас, примириться с кем-то, да? Исправить финансовое положение, отдать долги, может быть, да? Что-то сделать надо. Вот, это Божья воля. Когда есть оценка прошлой ситуации, когда есть послушание Богу, тогда приходит действие Божие. Тогда приходит действие Божие. И представляете, вот такое чудо, они закидывают сеть и начинают тонуть. Они в ужасе, они понимают, что это Бог. Это Бог. Люди окружающие видят, люди в шоке. Говорят, это Бог. Это Бог. Смотри, что произошло. Всю ночь ничего не поймали. Днем поймали столько рыбы. Это действие Божие. Братья и сестры, когда действует Бог, это видно всем. Об этом не надо говорить. Часто люди говорят, у меня с Богом все нормально, Бог действует в моей жизни. Бог говорит, какое там нормально, какое там нормально. Когда Бог действует, это видно всем. Когда Бог действует в церкви, это видно всем, братья и сестры. Это видно всем. Вот помните, есть такое место Писания, Иезекииля, по-моему, 37 глава, там Иезекииля Господь выводит в поле, там лежат сухие кости, помните, да? Сухие кости лежат, и Господь говорит, ты говори слова, кости, ну, эти, пророчества этим костям, вот. И он начинает говорить, и начинает действовать Бог, и кости оживают. Он смотрит, что появляются тела человеческие, такое вот, ну, такое вот видение ему было, да? Какой духовный урок этой истории? Очень важно, братья и сестры,
допустим, в церкви во время собрания, когда мы говорим, действует ли Бог, когда мы поем песни, ищем ли мы действие Божие, ищем ли мы действие Божие, да? Одно дело просто, мне нравится всегда, когда молодежь выходит, я не знаю, молодежь, как сейчас модно, двумя руками микрофон держать или одним? Какой тренд сейчас в церквах? Выйду, так показывают себя, знаете, там так. Когда мы поем, молимся ли мы о том, чтобы действовал Дух Божий? Чтобы Дух Божий касался сердец людей? Когда мы проповедуем, молимся ли мы о том, братья? Спержин сказал: горе вам, братья, если ваши молитвы за закрытой дверью короче, чем ваши проповеди. Молимся ли мы о том, Господи, без Тебя это пустой звук, без действия Твоего Духа, зачем мне это все? Зачем это все? Господи, я буду говорить вот так, как Иезекииль, это будут простые слова, но если Ты не будешь действовать, ничего не получится. Вот помните, опять-таки, библейская история, 5 хлебов и 2 рыбки, да? Когда Господь говорит, рассадите учеников людей, да? Рассадите там. 5000 человек только мужчин было. Я представляю эту картину, вот они рассаживают, люди говорят, а что есть будем? Хлеб и рыба, а много там? Хватит на всех? Хватит, сколько? 5 хлебов и 2 рыбки, вы что, ребята? Да? Основное в этой истории действие Божие. Действие Божие. Представьте, как опозорились бы ученики, если бы вышли, людей рассадили, хоть провались сквозь землю от стыда, да? Вот иногда, когда мы выходим за кафедру и начинаем какое-то дело делать, а Бог не действует, такое же состояние, братья и сестры. Вот такое же состояние. Мы должны очень искренне заботиться, вот ревновать об этом, молиться, чтобы Бог действовал. Очень часто бывает, когда приезжают гости, родители подходят и говорят, поговори с моим ребенком. Может быть, что-то скажешь ему такое. Братья и сестры, вопрос не в том, кто говорит. Вопрос в том, когда мы говорим с детьми, действует ли Божий Дух на их сердца. Можно сказать самые простые фразы нашим детям. Но когда Бог коснется, тогда все. Вот я не знаю, старшее поколение, наверное, знает. Был такой брат Володя Шацкий, Владимир Шацкий. Может быть, слышали. Я-то был пацаненком, мне было лет 12-13. Мы жили там в Харцизске, Донецкой области. И я помню, когда он приехал в церковь, я не знал, ну, пацаны сидели, такая шантрапа здесь, знаете, надо было 2 часа вытерпеть, чтобы батька ремня не дал, вот, потому что наказание было неотвратимо, вот, надо было высидеть 2 часа, и вот тут, мы смотрим, гости приехали, выходит он за кафедру и говорит, сказал слово приветствие, несколько слов, потом говорит, я сейчас буду петь псалом, голос Христа ко спасению зовет. И Дух Божий будет звать вас к покаянию. Пожалуйста, попрошу первых не закрывать вот здесь проходы, проходите сразу сюда. Мы были в шоке. Мы переглянулись, говорим, это кто такой? Он что говорит вообще? Он кто такой вообще? Мы такого никогда не слышали. Он начинает петь. Голос Христа ко спасению зовет. Мир и надежду сердцам он дает. Вы знаете, через полчаса в церкви что-то невероятное творилось. Все проходы были заполнены молящимися. Вот тут все было, все люди, все рыдали, плакали. Было такое присутствие Божьего Духа, такое посещение вот, Духа Святого было. Люди чувствовали близость Божию. И был секрет. Был секрет. С ним ездила группа сестер, которые молились. Он даже во время собрания запрещал им глаза открывать. Они должны были молиться, чтобы Бог действовал. Был секрет, братья и сестры, и Бог действует. Простые вещи, простые проповеди, простые слова, но когда Бог действует, тогда все меняется. Нам нужно сегодня, вот сегодня проблема наших детей, да, как привести их к Богу. Братья и сестры, нам нужно в порядок приводить свою жизнь. Помните, ведет отец сына бесноватого ко Христу, да? И говорит, помилуй его, потому что сын беснуется. Он думал, это проблема сына. Господь говорит, если можешь сколько-нибудь веровать, все возможно верующему. Господь говорит, ты тоже должен что-то сделать. Это не только проблема сына. Братья и сестры, мы думаем сегодня, как наших детей, что с волей Божьей, братья и сестры. Она нас интересна? Мы о ней заботимся? Или знаете, как говорят, что
есть цель, когда, допустим, человек стреляет с ружья в какую-то цель, да, или там, с лука, и целится, попадает. А бывает, когда просто выстрелит, а потом кружок нарисовывает, говорит, это то, куда я хотел попасть. Вот так иногда мы верующие поступаем. Есть люди, которые молятся, чтобы узнать Божью волю, чтобы быть послушным ей, и в ответ на это приходит действие Божие. А бывает, когда вот живет человек, говорит, ну да, я вот так и хотел жить, я вот так и хотел жить. Это разные вещи. Вы знаете, вот мы сейчас с братьями как бы тоже пересматриваем свой путь и видим, что что-то в России с благовестием надо менять. Потому что раньше мы ходили к людям, приставали, там Евангелие раздавали, кто-то выкидывал, кто-то в урну кидал, кто-то в кусты, кто-то брал, спорили. Что-то не так, что-то не так. Мы начали с братьями рассуждать, что начали молиться, чтобы Бог давал людей, которым нужно Евангелие сказать. Вы знаете, потому что Писание говорит, что Бог контролирует все, что даже волос с головы случайно не падает. То есть все встречи, все обстоятельства, они не случайны. И мы начали молиться, Господи, дай нам таких людей. Да, я как-то вот совсем недавно перед отъездом, такая сцена была, сижу в машине, думаю, пошлет мне Бог кого-нибудь на сегодня или нет. Смотрю, космонавт мне идет навстречу. Мы их называем космонавтами, они уже в 7 часов утра уже такие, знаете, уже в невесомости. Уже идет такой космонавт ко мне. Подходит, говорит, брат, вот честно скажу тебе, ни на молоко, ни на хлеб, на водку дай 32 рубля. Я говорю, ты знаешь, вот Бог тебя точно по адресу, дай ему визитку в реп-центре, на визитку, мы с ним хорошо побеседовали. Вот простая встреча, но когда видишь действие Божие. Братья рассказывают свидетельства, говорят, тоже когда начали молиться, маленькая церковь у нас небольшая, один из братьев пасторов, он там миссионер, говорит, переехал туда, вот, и что-то так тоскливо стало, говорит, мы там 12 лет, и мало людей идет к Богу, мало, говорит, ну, вышел так, говорит, что-то так тяжело, еще осень, а там у нас, в общем, как говорят, там 7 месяцев холодно, да, вот. Нет, 7 месяцев очень холодно, остальное просто холодно. Вот. Такая тоскливая осень бывает, знаете. И он говорит, я вышел и так молюсь, Господи, ну вот столько мы лет здесь, неужели во всей округе никого нету? Господи, ну дай знак какой-то. Вот дай, хочу увидеть действие Твое, что неужели нет людей, которые ищут Тебя? Столько денег потратили, столько сил, столько Евангелий, но неужели никого нету? Говорит, через пару дней, говорит мне там с церкви, слушай, был в администрации, сказали, что какая-то молодая семья с 5 детьми попала в беду, переехала с Казахстана, русские, поехали в какой-то православный там колхоз такой создавался, что-то такое, православная община, их там обманули, они остались без имущества, без ничего, они сейчас очень бедствуют, им нужна помощь. Я жене говорю, давай съездим, купили продуктов, поехали туда. Заходим, говорит, да, молодая женщина, лет 40, дети. Ну так, говорит, очень бедная, но видно, что чистенько, убрано. Я говорю, что мы вот вам продуктов решили принести тут. Она говорит, а кто вы, баптисты? И она как закричит, слава Богу. Кричит дочери, иди сюда, баптисты приехали. Он говорит, я за 20 лет к чему угодно привык насчет баптистов слышать. Ну это я же испугался, я впервые это услышал. Что произошло? Она говорит, когда это случилось, она начала искать Бога. Она и раньше искала Бога, она уверовала. Возрождение пришло без церкви. Она где-то сама дома покаялась. Она в интернете каким-то образом вышла на баптистский сайт, выучила наш символ веры, наши все 7 принципов баптизма выучила, читала Евангелие. Муж у нее работает, они оба с высшим образованием, она учительница, муж работает в следственных там комитете в Казахстане, и говорит, его не выпускают, он не выездной, потому что он государственный служащий, не знаем, что делать. И она говорит, братья говорят, давай помолимся. Помолились, сейчас выпустили мужа, он приехал к ней, семья воссоединилась. Вот 5 августа эта семья приняла крещение. Муж с женой приняла крещение, 5 детей ходят в церковь, еще несовершеннолетние. Действие Божие, братья и сестры. Действие Божие. Один брат говорит, помолился тоже, еду возле автовокзала. Смотрю, уже поздно вечером женщина стоит пожилая. Я проехал мимо, а потом мне такая мысль, вернись за ней, почему она там стоит? Я подъезжаю, говорю, а вы кого ждете? Она говорит, да я жду автобуса, наверное, автобуса уже не будет.
Он говорит, а где вы живете? Ну, 20 километров деревня. Он говорит, ну, давайте я вас отвезу. И говорит, пока она садится в машину, у меня тут рой мыслей, что и как начинать проповедовать. Вот обычно это трудно, с чего начать, с чего зацепиться, знаете, как сказать. И говорит, она садится в машину и, никому не обращаясь, просто говорит, Господи, ну почему я живу не так, как все люди? Ну почему у меня так все неправильно в жизни? Все. Все. Тема для проповеди есть. Для беседы, для общения. Братья и сестры, когда Бог действует, это просто. Это покрывает все наши недостатки. Покрывает все наши недостатки. Мы вот сейчас там у нас есть новый районный центр, и тоже хотим, чтобы там была новая церковь, там только одна верующая сестра. И вот сейчас 3 месяца, все лето, там проходит такое молитвенное служение. Просто сняли один дом, и семьи приезжают туда на 2, на 3 дня, на неделю для молитвы. Мы сказали, братья, время, проведенное в молитве, не считайте потерянным временем. Братья, молимся о том, чтобы Бог действовал. Молимся о том, чтобы Бог дал людей, которые приготовлены ко спасению, которых Бог определил уже от вечности, которых Бог предузнал, которые примут Евангелие, чтобы Бог нам дал встречу с этими людьми, чтобы не распыляться на разных людей. Братья, молимся об этих людях. И уже, я вот звонил сейчас туда, он говорит, уже адресов 5 есть, люди зовут. Люди зовут. И говорит, чувствуют такую удивительно добрую атмосферу. Как-то чувствуется расположение молитвы и действия Божие, братья и сестры. Мы с братьями вначале, как только начиналась эта акция, приехали туда и просто для молитвы собрались служители, чтобы помолиться. Там уже было часов 12 ночи, а там такой дом 8-квартирный. И один брат говорит, давай, братья, тихонько споем песню. Мы просто спели простую песню, такую старую, «Славьте Бога, славьте в песнопениях». Вот я ощутил такое присутствие Божие сразу, как-то такая близость Божия, знаете, вот как-то не всегда такое посещение Божие испытываешь. Вот когда Бог приходит, это видно, братья и сестры. Это видно, когда Бог приходит. Поэтому нам очень нужно, чтобы заботиться о том, чтобы Бог действовал. Расскажу одну историю, она мне очень понравилась. Когда даже что-то неправильно мы делаем, но Бог действует, это перекрывает наши ошибки. Пусть даже не так приготовленная проповедь, пусть даже полутонят певцы, но если это от сердца, если это силой Духа Божьего, оно перекроется, братья и сестры. В Вологде семья обратилась одна к Богу, тоже лет по 40 им, чиновники, он такую хорошую должность в лесном департаменте занимает. Первая жена пришла в церковь, и она, говорит, зашла в дом молитвы, пастора не было, а такой молодой браток с Молдавии вел собрание. Но он удивительно спокойный, невозмутимый, никаких эмоций, настоящий баптист такой, очень серьезный, знаете. Стоит такой и в блокнотик записывает программу, там стихотворение, песни, там чего. Она подходит к нему и говорит, молодой человек, я первый раз в вашей церкви, я хочу покаяться. А он так в блокнотик, говорит, смотрит и говорит, ну, не знаю, у нас, наверное, сегодня для покаяния в программе места не будет. Потом нашел место. Она покаялась. Вот даже когда мы что-то не так делаем, братья и сестры, это перекрывается. Вы знаете, есть проблема воспитания детей. Когда мы видим, что много ошибок сделали в воспитании детей, да? Это каждый родитель видит. Я это тоже очень сильно вижу. У меня 5 детей. 4 взрослых, члены церкви, меньшему еще 12 лет. И я когда смотрю, как я их воспитывал, я прихожу в ужас. Я понимаю, что то, что мои дети верующие, это потому, что благодать Божия перекрыла мои недостатки. Понимаете? Действие Божие перекрыло мое разгильдяйство, мои неправильные действия. Бог перекрыл это все. Бог перекрыл. И поэтому они сегодня верующие. Братья, надо честно признать это. Пусть что-то не так в воспитании детей было. Нужно молиться о том, чтобы Бог действовал. Чтобы Бог действовал, чтобы сила Божья проявлялась. Тогда дети начнут обращаться к Богу. Тогда дети начнут обращаться к Богу. Братья и сестры, пусть благословит нас Бог. Мы сейчас будем молиться с вами. Будем молиться. Мы будем молиться по группам. По 3 человека, да? По 2-3 человека, кому как удобно. Друзья, вот эти простые истины этой истории. Во-первых, жажда Божьего Слова. Проверить отношение к Слову Божьему. Проверить. Если нет, оно для нас не ценно, все, успеха не будет. Успеха не будет. Второе, честная оценка своего жизненного пути. Что я имею на выходе? Третье,
отношение к Божьей воле. Господи, я буду делать, что скажешь, я согласен на любое служение, я согласен делать то, что ты мне скажешь, только дай мне ясность, что ты хочешь от меня. И последнее, мы будем тогда видеть действие Божие, молиться о том, чтобы действовал Бог, чтобы перекрылось все наши недостатки, перекрылось наши какие-то ошибки, упущения, и Бог будет действовать. Это важно и для церкви, и для семьи, и лично для каждого, братья и сестры. Поэтому пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Аминь. Господи Боже, милосердный и праведный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что по великой милости мы снова можем быть здесь, в церкви, можем слышать Слово Твое, можем молиться Тебе. Господи, благодарим Тебя, что однажды открылся нам, дал веру, Господи, дал понимание Слова Твоего. Господи, благодарим Тебя, что через Слово Твое Ты беседуешь с нами, Господи, Ты открываешься нам, можем познавать волю Твою. Благослови, Господи, проверять свое сердце в отношении к Слову, ценить, дорожить им, чтобы быть пропитанным им, как Даниил, быть пропитан, чтобы в кризисные моменты принимать правильные решения. Благослови, Господи. Благослови, Господи, быть честным самим с собой, Господи. Благослови честно оценивать свои пути, свою жизнь, свое служение, свое хождение перед Тобою. Господи, и помоги принимать решения, быть послушным Твоей воле. Помоги искать Твою волю, Господи, познавать ее, искать ее, поставить это целью, смыслом жизни, чтобы Твоя воля была бы дороже всего для нас. Благослови, Господи, и молим Тебя о действии Твоем, Господи. Мы понимаем, что наши усилия, они так бесполезны и напрасны. Господи, мы понимаем, что столько суеты в наших действиях. Понимаем, Господи, столько человеческого часто. И когда Ты не действуешь, так все напрасно и бесполезно. Господи, благослови, просим Тебя, благослови наши семьи. Господи, мы молим Тебя за детей, это наша боль, это наше переживание. Господи, наше беспокойство, Ты прости нам наши грехи и упущения. Господи, прости, потому что понимаем, что много делали неправильно. И мы, Господи, молим Тебя о том, чтобы Ты дал бы благодать Твою спасательную, спасающую, сохраняющую, чтобы ангелы святые Твои охранили бы детей наших, чтобы сохранили их разум от помрачения, от повреждения, чтобы привели их к Тебе, Господи. Благослови, благослови, Господи. Благослови действием вот и в этой церкви, чтобы церковь, познавая Тебя, Господи, была послушна Тебе, и Ты покажешь силу, славу Твою, действие Твое. Благослови, Господи, да будет Твоя милость над нами. Благодарим Тебя, поклоняемся за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.
Господь, скала мой искупитель, из руин восстала жизнь моя. Когда вину мою спаси, лет назад, когда-то мне один неверующий человек спросил: как ты думаешь, что такое по-человечески счастье? Как его можно описать? Я помню, он не дал мне ответить и сам на него ответил. Он говорит: я считаю, что это когда ты с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой. Это чисто человеческое. Вы знаете, я поймал себя на мысли, если задать такой вопрос: а что такое вот христианское счастье? Я себя поймал на мысли, что это когда ты с радостью идешь в церковь и с радостью потом идешь домой. Вы знаете, я действительно иду в церковь с радостью большой, потому что здесь мои родные, здесь мои близкие, здесь мои братья и сестры по духу, здесь я слышу Слово Божие. Я иду с радостью. И, конечно, сразу все домой возвращаюсь после того, как я услышал, или что я услышал. Я думаю, вы тоже переживаете это чувство, и мы должны просто сказать слава Богу за то, что Он делает и совершает в нашей жизни. Мы сегодня слышали тоже Слово Божие. Тоже оно напомнило нам сегодня Духом Святым. Оно, прежде всего, мне напомнило, знаете, когда брат говорил за ту женщину, как она уверовала, и она как читала Слово Божие, вот просто из журнала «Верующий», для верующих, неверующих. Я помню, находясь в армии, я очень часто пользовал Библию для верующих и неверующих. Такой был автор, ярославский атеист. Он писал там, конечно, против Бога все, но я эти места, которые он цитировал, я читал их, и я ими жил. Я наслаждался этим, я не читал то, что он там интерпретировал, но то, что Слово Божие, оно живо, оно действенно. И как хочется, чтобы оно у нас всегда это было, братья и сестры, не только тогда, когда-то, всегда. Когда мы и сегодня, чтобы Слово Божие было превыше всего. Потому что, когда оно для нас что-то высокое, это оно для нас насущное, необходимое, это очень важно. Мы также слышали о том, что мы должны честно делать иногда оценку нашей жизни. Честно делать. Можно останавливаться и делать, а где я? А какие у меня сегодня отношения с моим Богом? Очень важно познавать волю Божию на личном уровне, да. Это важно. И мне очень понравилось сегодня выражение, что церковь должна быть больна проповедью Евангелия, больна, чтобы передавать Слово Божие. Я скажу для всех, и для верующих, и для неверующих. Пускай Господь нас, Он благословляет нас и благословит еще больше. И, конечно, мы должны ожидать действия Божие. Мне помню, я вспоминаю ту историю библейскую, когда Христос сказал об одной женщине, помните, она сделала, что могла. Она приготовила тело мое к погребению. А что она сделала? То, что имела. Вот когда мы делаем то, что можем,
А потом мы должны ожидать действия Божие. Пускай Господь нас на это благословит. Я очень благодарен за ваши молитвы и поддержки. Вы знаете, у меня было переживание за сына моего Мишу. Он нас всех напугал. И, слава Богу, ему много лучше. Вот, он еще как в стадии находится выздоровления, но уже много лучше. И я благодарю за молитвы и за то, что Бог слышит нас. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы к Тебе обращаемся. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любящий и спасающий Бог, за то, что Ты милующий, долготерпивый к нам. И даже тогда, когда мы понимаем, мы недостойны и не заслуживаем всего этого, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты до сего места нам помог. И мы радуемся в Тебе, мы утешаемся в Тебе, мы учимся от Тебя. И, Господи, мы хотим приносить плоды для Твоей же славы. Благослови нас на это. Поэтому все виды служения, все, что мы делаем, все, что, Господи, мы хотим сделать, мы прежде всего ищем, чтобы в этом Твоя воля была, и чтобы Ты нас благословил. Благослови, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил тех людей, которые сегодня в особых переживаниях и трудностях находятся. Это Твоя церковь, это Твои дети, это, может быть, наши родные, наши друзья. Ты знаешь, Господи, кто через что проходит, через какие трудности. Я молю Тебя, дай силы, чтобы вера не оскудела. Дай силы, чтобы устоять. Дай силы с благодарностью принимать даже то, что нам не очень нравится, что приходит в нашу жизнь. Какие-то скорби или боли. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил проповедь Евангелия, Господь, еще дальше и больше. И чтобы мы, слушая, возрастая, мы, дети наши, внуки наши, Господь, чтобы явно Ты был прославлен в жизни каждого. Благослови нас на это. Мы поклоняемся Тебе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Итак, собрание закончено. Приветствуем друг друга. Благословение вам.